Новый год ближе, и Дед Мороз со Снегурочкой спешат поздравить ребят, которые находятся в Люберецкой детской больнице на лечении. В атмосферу праздника окунулись пациенты и наша съемочная группа. Малыши окружили любимых зимних волшебников, едва они перешагнули порог больницы. Музыка, игры и хоровод у нарядной елки не оставили никого в стороне. Хотим пожелать вам только здоровья, чтобы вы росли счастливые, здоровые, умненькие, красивые, чтобы слушали обязательно своих родителей. Дедушка Мороз знает, что в этом году ребята вели себя хорошо, поэтому приехал на праздник не с пустыми руками. Мне все тут понравилось. Дед Мороз, выполни мое желание, чтобы я оказался дома. Хочу поскорее выздороветь и оказаться дома. Мое желание обязательно исполнится. Ни один ребенок, а сейчас на лечении в детской больнице находится 282 человека, не остался без внимания. Мальчишки и девчонки верят, все желания, загаданные в преддверии Нового года, обязательно сбудутся. Чтобы все были здоровы, чтобы быстрее все шли на поправку и встали на ноги. Эмоции детей, вы сами видите, они радость от того, что они увидели живого Деда Мороза, прекрасную Снегурочку, получили подарки. Они получили огромный заряд, который поможет им в выздоровлении. Это незабываемый день для ребят, а хорошее настроение накануне Нового года поможет им быстрее пойти на поправку. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.